Друзья, всем привет! Вы на канале Nixon Sleep, и я сегодня начинаю проходить игру под названием Man of Medan. По-моему, переводится «Человек из Медиана». Про что игра, я особо не знаю. Тут вроде как какой-то корабль, какие-то заложники. Но она обещает быть страшной. И поэтому я решил в нее поиграть. И давайте, наверное, начнем. Одиночная игра. И у нас тут китайский рынок, Южно-Китайское море. Чё? А, это типа локация? Новая история. Так, давай вот эту ячеечку. Играть буду на максимальных настройках графики. Она вроде не особо такая требовательная. Но по трейлерам и вообще скриншотам она выглядит так-то, ну, графонисто, я бы сказал. Man of Medan. Очень страшно будет, но, наверное, да. Вот я и говорю, какой-то корабль. Собственно, наверное, Титаник вообще. Чего бы и нет. И тут, наверное, какое-то военное положение. И да, кстати, наверное, ну, кто не в курсе, игра полностью на русском. И мне читать хоть ничего не придется. Просто смотрим и наблюдаем. А, Америка, окей. Во всем виновата Америка. Только что происходит? Давайте, водите нас курс дела. Это китайский район, про который нам и говорили. Чайна-таун. Китайцы сидят, бухают, пацаны. Ну все, дружище. И говорят на русском. Давайте возвращаться на корабль. Да. Ну, пошли. О, стоп, машина. Чё? У красавчика Чарли появилось тут еще одно небольшое дельце. Не нам подал, ма. Вы умеете драться? О, придется. Мне все равно придется читать. Лол. Даже за китайцев. Ну ладно, хоть есть субтитры. Хочу узнать будущее. Какое будущее? А, гадать, типа. Поехали. Предсказания там. Рассказывай, что меня ждет. Рынок Маньчжурии. Какой вопрос ты хочешь задать, Костян? А, используйте мышечку, короче, это, чтобы там что-то выбирать. Интерактивное кино. Так, сомнения. Стану ли я богатым? Любопытство, расскажи мне о моем сыне. Стану ли я богатым, конечно. Когда мне повезет по-крупному? Чтобы прямо роскошь и богатство. О каком сыне может идти речь? Если ты не богатый, блин. Как ты его будешь обеспечивать-то? Дракон. Используйте, чтобы выбрать. Дракон, бамбук. Давай покурим бамбук. Не хочу дракона, хочу бамбук. Взгляни на кость, скажи мне, что ты видишь. Я вижу. Нажмите. Чё? Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, чтобы брать предмет. Используйте, чтобы изучить. Так, хорошо. Вот так. Смотрим. Ну. Рыба. На рыбу похоже. Да, похоже. Смотри, как умею. Лол. Прикольно. Давай, ложи обратно. Твоя судьба может прийти к тебе в любой момент, чё? А на так таинственный ветер, но такой ветер всегда несёт за собой смерть и страдания. Типа ты меня так утешил, да? Это как? Что это значит? Это как понимать? Какого чёрта, а? Всё, мы не рады предсказаниям. Отойди. Дай мне попробовать. Да ну. А силёнок хватит? Ага, спойте произойти с моего друга. В драке? А то. Дай четвертак. Тогда а, это измеритель еще. Силы. Все. Понятно. Сейчас попробую. Сейчас как ударим. Она поломается. Так, а используйте, чтобы прицелиться, чтобы ударить. Так, а куда? Мне только сюда можно или... А я сюда хочу. Блин, ну ладно. О!
Так, нажми, чтобы ударить. Бей его так вот. А это просто тренировочно было, наверное, да? А таймер показывает, сколько времени у вас осталось. А, все, понял. А время? Это типа... А, они нас так проверяют, все. А? Ну, короче, это как в Heavy Rain, который я недавно проходил. Там также надо вовремя нажимать все это. Вы вроде скажете, что умеете драться. Да, конечно. Ты что, сомневаешься? Ой, дешечка. Ну, вы могли бы кнопки хотя бы поменять. Для большей интересности. А, вот, а теперь побыстрее. Ох, как. Ах, блядь, тут тихо. А, ну, не ударишь. И сколько это будет продолжаться? А, все? Да. Похоже, теперь я мастер карате. Грандмастер. О чем только я трачу время на этого идиота? Нам на корабль пора, а то окажемся за бортом. Погоди, хочу еще один вопрос задать. Слушай, нам правда пора. Да, нам пора. Мы уже назадавались вопросов. Нас не обрадовали особо. Во второй грузи! В трюм номер два! Какая-то посылка. Гроб. Оружие. Но больше похоже на гроб по удлиненности. А, взрывчатка еще, да, как вариант. Что-то, но you say 0. Какой-то код. Какой-то код, и это закрыто. Какие-то, наверное, может, засекреченные материалы. СЦП перевозят. А чё бы и нет. Постой! А где мои... Где мои 50 центов? 50 центов? Какие 50 центов? Я прибавил бы тут голоса, их плохо слышно, отвали. Мне кажется. Понял, нет, тут не приказывай! Угу. Молодец. Медицинское заключение! Эти парни надрались по-черному, потому и бузят! Этого можно тащить сразу в лазарет! Записано, да. Второго волоките в канцер! Пусть там посидит! Просто не из-за чего. Одного в канцер. В канцер, блин. Одного в лазарет. Как-то странно. И... Мне эта музыка не нравится. Она предвещает что-то страшное. Это море, этот шторм. Чё там? Всё. Какое-то говно потекло. Ядовитое говно. Походу, да, говно превратилось в газ, и там всех сейчас нахер потравят. Про кого вы? Увеличить дозу 20 миллиграмм морфина. Их плохо слышно, что-то очень плохо. Я не подрочитал со звуком. Кошмар? Или его уже вернули? Лазарет Джуа, 22 июня, 1:30 ночи. Да, а вот, геймплей? Геймплей, да? Слушай, мне не нравится тут звук. А именно, мне... Странно. Громкость звуков, громкость музыки, громкость диалогов. А можно... А тут, походу, нет даже такого пункта в меню, который убавляет звук эффектов. Тут либо общая громкость, либо громкость... Ну, музыки, наверное, чуть-чуть. Давай, Надь, 89.
Все. Почему-то тут еще escape не работает в меню. Так, и фотка. Мы в детстве. Или что? Положил. Посмотрел, положил. И шкаф. Наверное, в шкаф. Давай зайдем. Посмотрим. О. Ой, типан, страшно. Что за хрень? Вы бы еще убрали вот эти полосы сверху и снизу. Мне бы было бы больше пострашнее, то как-то. Мне кажется, они портят наоборот. Все. Так, ключ. Ну, забирай его. Че ты смотришь-то? Забирай. И у него жетоны, кстати, на шее висят. Это, по-моему, в американских армиях дают жетоны, если я не ошибаюсь. Зачем-то. Там подписывают, может, там твою группу крови или типа того. Кто ты, что ты. И тут все. Блин, эти с этими черными полосами серьезно играть всю игру, да? Типа, их нельзя никак отключить. Это печально. Вопрос. А, я понял. Этот, хотя, нет, я не понял, как у зараженного какой-то хренью мог оказаться ключ. Его там кто-то запер. Даже если бы газ потравил бы всех тут, или что бы там ни было, он бы... А, может быть, он спрятался от газа. Да. Он спрятался от газа, чтобы не задохнуться. Привет, Чарли. Как отдыхается? Да выпустите меня отсюда. Что там творится? Вроде самолет и выстрелы. Я тоже. Я еще видел труп. Что? В лазарете. Что-то не так. Давай выбираться. Давай. Мне тоже это не нравится. Я бы... А в твоей комнате что-нибудь есть? Чего-нибудь там. Ну-ка, письмо. Возьми. Правда, тут рядовой Чарльз Андерсон, находясь в увольнении, пребывал в нетрезвом состоянии. Ой. 10 суток карцера одобрен. А, это его приговор. Пребывал в нетрезвом состоянии своим поведением, а прочь звание американского военнослужащего. Рядовой Андерсон ввязался в пьяную ссору с другим военнослужащим. По мнению офицера, произведшего арест, ссора могла перевести в публичную драку, и поэтому были приняты меры по возвращению военнослужащих на корабль. Ох, как. Только теперь что-то тут как-то подозрительно глухо стало. А дверь не могу открыть. Ну, и кровь. Он нам ничего про это даже не сказал. Почему тут кровь? А, стой. Вот тут есть шкафчик. Или сейф. Ты его... Он его не откроет. Нам нужен пароль, а пароля у нас нет. Тогда пошли отсюда. Пошли отсюда куда-нибудь. Прям, да. Поворачивай. Выстрела. С. Чё? Нажмите S, чтобы попасть в такт пульсу. А, понял, все, спасибо. Спокойно. Ну-ка. Так это же изи. Ну, могли бы больше кнопок добавить. Просто нажимаешь и все. Спокойно. Да спокойно, мы спокойно. А не напугаете вы меня подобной херней. Тык-тык. Давай скримера, давай. Скримеров не будет. Слушай, а сюда? Кто? Это что? Кто это? Посмотрим. Нажимай. Ага, закрыто. Конечно. Все тут закрыто, ничего интересного. Пошли тогда прямо за этим военным.
который носится как полоумный с автоматом. Так, выравнивай. Выравнивай камеру. Плохо, что тут... Что это что было? Это был? Да. Да ничего. Не напугаете вы меня, я вам говорю. Меня подобной детской херней не напугают. Меня вообще сложно напугать. А вообще давно не пугался. Эй, Чарли, сюда. Так, S. Много-много-много-много-много. Я понял. Обожаю кнопки. Твою мать. Как страшно, не сука. Не говори. Какое-то безумие. Ну. Что вы понимали, я играю при выключенном свете в наушниках. Как-то пока... Пока-пока... Уныло. Пока уныло. Ну, даже этот скример, он был ожидаем, в принципе, а не дверь такую. Выламывает по-любому, чтобы накалить обстановку, он должен был бы еще появиться. Покойник. Да. Кому-то повезло. Очень. А, да ладно. Бакли. Я недавно видел его в столовой. Он был здоров, как бык. А твой жетон можно забрать? Няга. Нет, жетоны нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Пошли. А куда мы пойдем? А, ну, в принципе, пошли по лестнице. Сзади, наверное, не было бы прохода. Камеру можно нормально? Пожалуйста, сделать. Во. Удерживайте shift, чтобы идти быстрее. Так я его постоянно и держал. Если тут shift не удержит, то он вообще медленный какой-то. Слушай. Да, куда ты идешь? Ты сейчас не чувствуешь ничего странного? Я, по-твоему, люблю потрепаться о своих чувствах? Да, вообще нормально. Ты похож на ходячую развалину, Чак. Ох ты ж. А вот эй, это Чак, было немножечко неожиданно. Видишь, да. Видишь там пацана? Нет. Ладно, но это не в счет, меня еще не напугали. Пока я держусь. Ну я просто расслабился на долю секунды. И все, бац. Какой-то типа скример. Чарли, иди сюда. Пошли, пошли на выход, да. Берите калаш или что это? Не винтовка какая-нибудь. Хотя нет, это не винтовка, это, по-моему, ну, типа калаша. Если не есть калаш. Моментально, кстати, загрузка прошла. Напряжение нарастает. За углом будет опять скример, да? Либо твоего друга сейчас унесут. О, да, да, ну это было ожидаемо, да, да. Давай. Эй, иди сюда. Ты меня... Да, и что-то дится быстро. Прорисовались. Только не это. Чарли! А Чарли больше нет. Он пошел играть с ребенком. Все. Так расстреляй его что-то. Взял бы, встрянул бы ему в бошку. Он же видит, что он ненормальный. Блин, чем ты думал, когда он мимо тебя пробегал, идиот? Взял и обойму потратил. И сейчас такой... Страшно! Он в нас вселился. Либо он его напугал, что тот все обосрался. Какая-то хрень происходит. Непонятно. Сос! Помогите! Есть там кто-нибудь? Где все? Меня кто-нибудь слышит? Ваши координаты, повтори, оставьте ваши координаты.
А, ну давай же! Давай же, черт возьми! А, нет, это тот, который стрелял. Это что за хрень? Ой. Кто вы так? Вот к нему кто-то другой зашел. И запер дверь. Первым пытается открыть. Показали для большей интриги, чтобы нас в будущем попытаться напугать. Сейчас этот солдат должен очнуться. Или кто-то загорланил. Суки, не хватит петь меня, забайдят авторские права. Не надо петь. Петь здесь запрещено. Швайн Шимор Стар Ринг. Это люди, которые делали вот эту вот не страшную игру. Олег Спальник, конечно, Аниса. Какая-то женщина. Какой-то мужик. Крис Санденфорд, Карим Али. Крим Вен Миллер, Кваси Сонгуи, Расил Юен. Придется эту музыку убавлять. Я уверен, по-любому она с авторскими правами. Любят они поставлять музыку с авторскими правами в начале игры. Supermassive Games, Story by Грахам, Рещенник, Ларри, Пищендимбим, да. Обожаю свой английский. Компас. Зачем он тебе на корабле? Джейсон Грейвис, оригинальность, Корбай. И еще кто-то, кого-то, Чимис, Дейв Отеро. Какой-то, короче, пафосный мужик пришел на этот корабль, сказал, я разберусь с этим. Либо я виновник этого. О, Моцарт играет. Вот Моцарт. Да, это мы. Приветствую. Привет. В моем хранилище. Покажи, расскажи, что там. За Моцарта. И за Моцарта меня тоже забайте тут, это 100%. Нафига вы включаете реквием? Суки, ну ладно, хотя бы, а это хотя бы сцена атмосферная. Я хранитель. Хранитель историй. Угу. История любви, круто, и злобе, жадности и красоте, жизни и смерти. Таких историй, как эта. А, ты нас рассказчик. Я здесь, чтобы записать то, что вы расскажете. Эта история еще не дописана, угу, и ваши действия определят ее финал. Вам круто решать, будут ли жить те, с кем вы столкнетесь, или же их жизни угаснут. Безвременно. Но наша судьба. Мы принимаем решения, руководствуясь своим моральным компасом. И с этими решениями мы живем или умираем из-за них. Но не стоит бояться смерти. Она ведь неизбежна. Да? Такова плата за прожитую жизнь. Рано или поздно ее отдает каждый. Спасибо, мастер очевидности. Никому не хочется платить раньше срока. Правда? Не то верно. Как и в жизни, у действий будут последствия. Да. Ваш выбор непременно будет влиять на других. Да, мы это не знали. Я буду наблюдать за вашими успехами. Не вмешиваться нет, но если попросите, смогу давать вам подсказки. Спасибо. Дарю. В этом мире есть картины, которые покажут вам возможное будущее. Mm-hmm. Вот это уже прикольно. Сумейте найти и изучить их, и они помогут вам принять лучшее решение. Mm-hmm. Или точнее решение, которое приведет к нужному вам результату. Ну, спасибо. Я прощаюсь, но скоро мы встретимся снова.
у нас будет возможность обсудить ваши выдающиеся достижения или ошибки, которые вы совершите. Ну хорошо, хорошо. Уговорю. Увидимся с тобой, да, на какой-нибудь картине. И нас отправят, наверное, на причал, да. Нас отправили на причал. До всего, что происходило. Или после. Чё-то не понял. Это такая девушка? Или парень? Парень. Да, это парень. Это пацан. Брэд. Остроумия. Брат Алекса Невинность. Дюконф Милан. Французская Полинезия. Сегодня там, блин, пиво несет, короче. Дюконф Милан. Алекс. Брат Брэда. Молодой человек. Джулия. Неуверенность. Мотивация. Думаешь, хватит? Если не хватит, вызовем подкрепление. Слушай, я там еще ни разу не был. Черт. В океане. Не нырял. Ты мог бы показать, как это делается? Ты серьезно? Ну, да. В смысле, ты серьезно не взял ни одного урока по дайвингу? Ну, в общем, да. Промолчать. Смущение. Мне неловко. Обида. Мне надо было работать. Обида, мне надо было работать. Я хотел, но не вышло. Времени не было, я все лето работал. Понятно. Эй, ты чё? Ты хоть знаешь, сколько эта камера стоит? Братан, полегче. Что? Джулия и Конрад, они, ну это, как сказать, капец богатые. И? Париться из-за мелочей не круто. Не хочу жалеть, что взял тебя. Промолчать, неловкость, плохо схожусь с людьми, обвинение. Меня пригласили. Бля. Да. Слушай, ты же знаешь, я тяжело с людьми схожусь. Да. Все, ладно, проехали. Брэд, ты здесь не потому, что ты мой брат, да? То есть, ты мой брат, но мы приятели, понимаешь? Типа, да. Мы здесь расслабляемся. Тусим. Кайф. Что ты такое несешь? Давай просто получать удовольствие. Да, ладно. Так, амиго. Какие-то у них... Извини, что сорвался, блин. Просто... Странные учеба в меди, сплошной стресс. Да неужели? И еще мы давно не виделись с Джулией. Каменные. Сам понимаешь. Какие-то топорные у них лицевые анимации. Цинизм. Всего 2 недели с переживания. Тяжело, наверное. Да, понимаю. Тяжело тебе? Да. Все нормально? По-любому, да. А? Ха, да. Кто бы сомневался. Что? Конрад боится, что пива не хватит. А, это, пожалуй, лучше куда-нибудь. Фига себе, сколько они там бутылок взяли. 2 палета, наверное, это. Сколько там бутылок? По 64, по 32. Особенности обновления какие-то. Слушай. Вау. Это у нас, типа, складывается его характер. В зависимости от того, как мы не поступаем. Правдивость, тревога. Энтузиазм, остроумие. Какие-то... А, нет. Джулия? Нет, Джулия. Вот этих Джулий всякие... Только Алекс. Брэд переживает Алекс. А, тут, короче, да. Показано, что... Что мы это... Ответили. Секрет. Какие-то секреты, не моральные принципы, ебать. Что за моральные принципы? Какие-то картины. Ладно, потом разберемся. Можно тебя кое о чем спросить? Что такое? Да просто... Я тут пытаюсь принять одно важное решение. Не бросить ли мединститут? Нет, но... Ну... Это тоже очень важный вопрос, понимаешь? Сложно сделать правильный выбор. Например? Давай я тебе посоветую. Эмоциональность, довериться чутью, осторожность, подумай еще. Подумай еще, наверное. А ты точно готов? Подумай еще. Взвесь, какие есть за и против. Да. Не надо делать поспешных выводов. Привет! Джулия, волнение, сестра Конрада, девушка Алекса, безрассудство. Конрад, брат Джулии, спокойствие, опрометчивость.
Может, он ее бросить хочет? Пардон. Конни, это Алекс. Привет. Чё, как, Конрад? Чё, как? Берегись, сестренка. И как? Здесь дамский угодник. Рад встрече, Конрад. А это, кстати, Брэд, братишка. Привет. Брэдли! Брэд, брат, мы сам, брат, знакомы, брат, я брат, столько о тебе слышала. Ну да, аналогично. Скучал? Чувак, давай по пиву, что ли? Каждую секунду. Ну давай. Раз предлагаешь. Девушки не любят, когда... Как заулыбался-то сразу. Спокойствие, да, круто, а посиню у меня морская болезнь. Так, круто. Да, круто. Похер. Супер. Пусть бухают. Я люблю пиво. Правда, думаю, тебе будет потом херово. Но за этим будет забавно посмотреть. Ты, Брэд, птица высокого помета. Помета? Полета. Не занудствуй. Ну ладно. Раньше уже погружался? Ни разу. Много раз. Эй. А давай промолчим. Эй, да не ссы ты. Это весело. Пиво бахнули. Да не ссы ты. Подумаешь, блюванешь. И где капитан этого корыта? Флис. Капитан Дюк оф Милан. Смелость, нетерпение. Все понял. Они сейчас по-любому столкнутся с этим кораблем, и мы будем его исследовать, и каждый по очереди из них будет умирать, да? Предложила бы вам располагаться как дома, но вижу... Все на борту и готовы отправляться в море? Наверное, да. Сюжет уже ясен. Сейчас мы попадем в жопу. Все поумирают. Конец. О, поехала. Что-то как какая-то она резкая. И какая-то дерзкая. Взяла и стартанула. Мы даже пиво не допили. Не держи в себе. Все-таки блеванул. Ты, может, хочешь прилечь? Да. Пожалуй, надо бы. Да уж. А, Алекс Дюков, Милан, у берегов французской Полинезии. 17:30, 20 июня. Может быть, вот здесь? Далековато от курса. Я думал про запасные точки, если на камере ничего не окажется. Я раньше не слышала про рек, который вы ищете. Обычно в таких местах полно дайверов. Да. Этот не такой. Просто если будет поздно, можете в других местах погрузиться. Я знаю крутые точки. А, недовольство. Брэд был так уверен, оптимизм. Брэд все рассчитал. Брэд все рассчитал. Оптимизм. Если он говорит, что рек там, он там. Да, все. Нет, ну решать тебе. Но знай, вечно солнце светить не будет. Пойду помогу Конраду и Джулии с камерой. Брэд сказал, значит, так оно и есть. Что так у вас? Обновлены опять. Еще раз обновлены. Вы только полюбуйтесь. Корабль. Выходит, Брэд все самолет правильно рассчитал. Я да в нем и не сомневался. Он молодец. Здорово помог. Флис, мы нашли самолет. Да? Еще да, бы, мы же ему доверились. Мы готовы нырять. Ой, дебилы. По правилам, мы должны сообщить о нем портовым властям. Он не зарегистрирован. Ага, по правилам. По правилам. Точно не хотите сделать все по закону? А раздражение, какая разница? Нельзя нырять? Мы разочаровались, как нельзя нырять. То есть, ты предлагаешь не погружаться? Полагается. Мы что, в детском саду? Я предупредила. Да если мы просто посмотрим, кто узнает? Ладно, только давайте быстро. И ничего там не трогайте. Но мы постараемся там. А что, не дождусь, когда можно будет нырнуть. Я буду первой, представляете? Круто, блядь, ты будешь первой. И тебе сейчас съедят первые еще акулы. Еще немного, и можно будет вас запускать. Я подготовлю баллоны. Парни осмотрят снаряжение. Ты проверь камеру, вдруг увидишь что-то полезное. Окей. Эй, проверь, как там твой брат. Да ему херово. Чего уж проверять.
Выпил, но подумаешь. Ну ладно. Привет. Привет, малыш. Кто тут малыш? Подожди. Снаряжение почти готово. Обеспокоенность. Спасибо за снаряжение. Помочь? Может, помочь? Я с ребризером еще не нырял. Думаю, все в порядке. Но тебе не помешает освоить эту штуку до погружения. Должна сказать, я пока не в восторге от нашего капитана. Строгость, пока не будем гнать волну. Она работает. Она заработает кучу денег. Нейтралитет. Все, все, все. Если еще хоть раз она заговорит о том, что нам не следует нырять, все. Ей конец. Как хочешь, только не провоцируй ее. Да. Ладно, я пока займусь ребризерами, а потом мы вместе завершим подготовку. Окей. Скажи, когда будешь готова. А где наш братан? А, он все, я понял, он снизу. Тут какое-то письмо. А нет, это типа паспорта. Имя, фамилия, номер ныряльщика. Указаны. Инструктор имеет право проводить занятия по погружению с аквалангом и разрешением Федерации аквалангистов. Что-то тут не то. Подделка. Сука. Действительно, до 31.12. По-любому фальшивка. Ну, в принципе, если я это сказала, что она какая-то подозрительная, может. Это я на все не к добру. Привет. Привет. У нас тут правила не просто так придумывают. Вам стоило бы об этом помнить. Извини, что так вышло. Мы много заплатили. А, давай на прием на нее. Флис, мы заплатили кучу денег за это конкретное погружение в этом конкретном месте. Каждый раз, когда я выхожу в море с такими, как вы, это происходит. Никакого уважения к чужим обычаям. В этих правилах нет ни одного случайного пункта. Сколько на твоем счету погружений такого рода? А вот это я не знаю. Погружался на пару реков. Подозрения, поддельные документы. А подозрения? А у тебя какой опыт? Да. Не поняла. Я видел твои фальшивые бумажки. А реальный опыт какой? Ты что, играл в сыщика? Не доверяешь мне? Да у тебя сразу голос-то растерялся. Фальшивый сертификат — это временно. У старого срок истек, а продлевать дорого. Денег нет пока. Ну так подзаработай, вот в чем проблема? Вот вы мне заплатите и продлю. Но это ведь, прямо скажем, не совсем по правилам. Значит, все мы с ними не дружим. В конце концов, это может быть солдатская могила. Тревожить ее незаконно и аморально. А кто узнает высокомерие? Я все понял. Сколько? Ладно, я все понял. Сколько? Что сколько? Сколько тебе надо заплатить, чтобы ты закрыла на это глаза? Ты. Ты. Да при чем тут деньги? Знаешь что? Я вас не держу. Просто соблюдайте там правила. И постарайтесь, пожалуйста, не подставлять мою задницу. Ну, не знаю. Как получится. Температура. Еще что? А, ничего. Пользоваться умеешь? Нет. Не умею. Не надо его трогать, ладно? Так научи, господи, блин. Взяла бы, да научила пользоваться. А вон спальня, и там наш брат-шмен. Чё как? Чё как? Как дела? Как чё? Извини, это пиво меня подкосило. Не волнуйся, надо быть умнее. Ну, ладно, не будем на него давить. Эй, всё это часть приключения. Да. Извини, что путаюсь под ногами. Да ладно тебе. Всё, эту поездку не так просто испортить. Отдохни пока. Вылезай, как полегчает. А там что за комната сзади тебя? Чё тут? Холодильник. Ну-ка. Книга. Похоже, Джулия взяла с собой всё. Дюрекс? Если б не цена, запах и запах. Дюрекс? Она счастлива. А, Доукс, блин.
Дюрексы, думаю, странно. Это же не презерватив, а какого хера у нее тут дюрексы на собой носит? Хотя, может, у нее тут и презервативы имеются. Кто знает, кто знает. Блин, вот плохо, что в таких играх нельзя менять камеру. Только отсюда можно увидеть. Пол кровати и все. Что это вообще такое? О. А, будущее, будущее, будущее. Мы увидели будущее. Видение открыто. Показать видение. А, типа еще раз просто. Типа он встал. И в чем прикол? Ну, встал он. Посмотрел. Как он выйдет, может, с ним теперь поговорить надо? И это предотвратить? Либо, нет, мы к нему вообще зайти не можем. Как-то, что-то я не понял смысл этого будущего. Нет, это твой пейджик не нужен, мы уже разобрали, что он фальшивый, все. Все, мы еще, по-моему, с этим вот не говорили. В общем, это Ребрис. Он гораздо круче обычного акваланга. Он берет весь углекислый газ, который ты обычно выдыхаешь в воду, и быстро рециркулирует его. И он снижает время декомпрессии при подъеме. Классная штука. Итак, кислород проверила. Эй, полегче, торопыга. Сперва кислород проверь. Промолчать. Флирт, хорошо смотришься. Признательность. Ну ладно, 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 ладно. Ну, к погружению ладно. Готов? Ладно. О, эй, ребят! Что такое? Промолчи. Чего ты так орешь? Чуть не забыл. На картинке из камеры я видел большую дыру в хвосте самолета. Вы поняли? Это проход внутрь. О, ты молодец. Спасибо. Ну ладно, рыбки, ныряйте, а я посмотрю, чем занята Флис. Веди себя хорошо. Нож. Взять. Что взять? А, нам дают выбрать дубинку. Давай эту. Наверное. А что это такое? Алекс взял пауэрхед погружение. Не знаю, что такое пауэрхед. Пауэрхед. Скоростной ветер, предложение. А, Брэд посоветовал Алексу тщательно все обдумать. А, папа, понял. У меня? Да, я можно это нырять? Вижу. Ха-ха. Только не забывайте о такой. Правилах, пожалуйста. Против акулы? Нет. Джулия. Джулия взять. Джулия взять. Горечь, Флис достала. Романтика сегодня ночью. Может, включим ее сегодня ночью, когда будем погружение праздновать? А ты свою палку возьмешь? Моя палка буквально пронзит палубу. Чё, прыгаем? Чё это она так смотрит? Как-то она, мне кажется, она на нас засматривается. Она ревнует. Да, да, да. Она услышала нас разговор и соревновала. Всё. Все норм? Более-менее. Пока да. Дальше думаю, да, вот, акула будет не норм. Жалко, что Флис зануда. Она думает, мы будем грабить самолет? Эй, сувенир, это круто. Из-за одной вещицы никто не пострадает. Я никому не скажу. Ну, вряд ли Рэг проверяют каждый день. Вон, силуэт. Это он. Ух ты! А он гораздо больше, чем я думала. Черт. Еще и нетронутый. Повезло. Это же охренеть, какая находка. Давай поплаваем, поищем вход. А спереди никак, да? Типа. Там же разбитые стекла были. Могли бы спереди заплыть. Ну, капитан, как насчет ПМТ со Старпомом? С кем? С каких пор ты Старпом? Молотком? Нет. Пылки Юнга? Все равно нет. Твой щедрый красавчик-клиент просит тебя составить ему компанию за бутылочкой ледяного пива.
Почему бы и нет? Я пас, мне нужна трезвая голова. Не знаю. А почему бы и нет? Похер. Ладно, давай. Мы, короче, ее сагрим на него. Она влюбится в него. А про того забудет все. Просто офигеннейший план. Красивый у тебя корабль. Где деньги взяла? А, не спрашивайте у девушку о деньгах. Вот ты это в курсе, что невежливо спрашивать девушку о деньгах? Да, это не его дело. Все. Я просто сам подумывал яхту купить. Думал, может, ты расскажешь мне, что да как. А, ну, тогда ладно. С удовольствием. Извини, и так дел хватает. Ну ладно. Если что, буду счастлива помочь тебе расстаться с любыми суммами. Поздно среагировал, то, что бухает, да? Я лучше позабочусь, чтобы Дюков Милан вел себя хорошо. Да, капитан. Просто если бы с ней ее бы не заставил бы пить, возможно, тогда бы ее бы все члены экипажа возненавидели бы. Погода ясная. И чё? Надо приглядывать за облаками. А еще чё? О-оу. Становится довольно людно. Корабль. Да это тот корабль. Да это тот корабль. Чё-чё? Попиво. Ну чё, как дела? А расслабляешься? Можешь следить за погружением? Следи за погружением. Да. Сейчас надо быть строгим. Яхту. Как прикажете. А, раздражение, я серьезный. Тебя вынесло на берег? Что, застрял на суше? Типа кит? Да не, я подумал, зачем тратить время на глубину, когда на поверхности такая красота. Весь здорово. Надо следить за погружением, но... Романтика. Романтика. Мне надо следить за погружением, но буду рада продолжить этот разговор чуть позже. Я уделю тебе все свое внимание. Наедине. Правда? То есть совокупим наши представления о мире в приватной обстановке? Ну, не-не-не-не, это слишком. Я лишь просто хотел его за нос поводить, и все. Особенности обновлены. Никого не видим. Ничего. Пока. А смысл тебе было смотреть бинокль тогда? Если корабля нет. Или он призраком стал. Он сейчас такой, его нет, 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 нет. И потом бац, заспамнится. А это что такое? Фотки. Ого, какой необычный рэк. Теперь не влипнуть бы в неприятности. Бать. Ну, он большой, да. Я говорю, почему бы они... Вот, дверь, по-моему, есть. Вот. Там же стекол однозначно нет. Чё бы не заплыть. Все. Сколько снимков. Да, вон, вон, целый вход. Вообще большая арка. Да, все. Я уже все посмотрел. Да. Чё? Чё-чё-чё, куда идем? Нет, с этим я не хочу пока разговаривать. Пойдем посмотрим. Привет, еще маленькая раз. Метка. Какими ветрами тебя принесло? Мы к ней хоть чуть-чуть-то приближаемся. Хотя бы вообще немного. А тут что? Кстати, у нас же, по-моему, тут только вот этот, который блевал, остался. И может картине? У тебя другое видение будет или то же самое? А, у нее вообще видения не будет. Все понял. За каждого персонажа своя определенная картина. Да. Это, в принципе, логично. Шкафчик. И бумаги. Тут, подожди, там что-то с деньгами было. Баксы, баксы. Да что ты положила, алло, дура? Да. Смотри.
Номер счета, уважаемый мисс Дюбуа, настоящему уведомляем вас, что вы не выполняете обязательства по внесению регулярных платежей по вашему личному кредиту. Остаток кредита составляет 25 тысяч долларов, из них 3,5 тысячи должны были быть внесены 1 августа 2019 года. Данный платеж просрочен с этой даты, многочисленные запросы о выполнении платежа и предложения реконструкции долга остались без ответа. Если мы не получим указанную сумму к 30 августа 2019 года, нам придется начать процесс обращения и изысканий на предмет залога, а именно на судно под названием Duke of Mill. Прошу среагировать. Какой-то там, Шарль Серон, главный бухгалтер. Дайвер и 5 косы, ебать. Позвонить в банк, отключить сотовый. Короче, да, я понял, на что мне игра намекает. Если я пересплю с этим кретином, то... с этим чуваком, то я у него возьму деньги и тогда смогу платить долг. Это наше будущее уже, да? Кто-то стреляет. Зачем я их тут держу? Сел на мель, чё? Показать еще раз. Этот... ну ладно. Кто-то будет стрелять и... что-то будет очень страшное. Так, а ты давай доставай свой дюрекс. Ага. Эй, Флис! Смотри, там лодка. Кого-то убьют. Вот они, видимо, да, нас и атакуют. Че им нужно? Это не береговая охрана. Рыбацкая лодка, похоже. Напряжение. Это не береговая охрана. Значит, мы не арестованы. Что нам теперь делать? Молчи, разберусь, что-то не так. Беспокойство. Что-то тут не то. Ты сейчас не лезь и лучше помалкивай. Понял? Да. Ой, дебилы. Вот злость. Уплывайте. Эй, туда нельзя! Вы что вообще делаете? Да, вообще охренели. Приплыли, значит, без предупреждений и еще вломиться хотели. Вы нам лодку повредили, видели? Посмотрите! Да что ты несешь-то? Легко уладить, не волнуйся! Сам виноват. Что скажешь, баксов 10 хватит? О, понял, виноват. Пусть будет 20. Ебать. Ой, ну блин, хочешь сказать 30? Все, хватит, 30? Успокойся, дай лучше мне их. Вижу, с вами не поторгуешься. Лады, вот, держите. Я иду ва-банк. Все, ты их спровоцировал. Ему эта шутечка не понравилась. Но тем временем наши дайверы, да. Блин, у меня до сих пор нос заложен, не прошло. Все никак. Еще болею. Наши дайверы, что у них? Что у них тут по новостям? Труп. Пилот. Судя по всему. Который будет с черепом. Да. Скримеры. Ну не скримеры, а блин, просто нагнетание обстановки. Конрад сказал, на одном из кадров виден проход. Джулия Рек на юге Тихого океана. 18-13. Дурак, мы пролезем здесь. Ой, аккуратно. Аккуратно. Эй, осторожно. Тут опасно. Еще бы. Она как-то резко просто взяла и это. Пропустишь даму? Ну ладно. Нет, видимо, не пропустит. Минутку, я хочу сказать. Офигеть, Алекс, ну мы крутые. О. Мы это сделали. Картина? Сердце? Сердце. Типа нам стало плохо. Ага. А где этот шипздик? Он сказал, мы будем с ним видеться, когда будут картины. Чё-то непонятно. Джулия, стой. Тебе придется снять всю снарягу.
Еще не картина? Надо. Там очень тесно. А вдруг ты застрянешь без ребризера? Бля, опасно, кстати. Легкая мысль, расслабься, ты можешь еще... Может, это немного опасно? Да расслабься! Не обламывай мне кайф, все хорошо. Ну, по-любому. Кайф? Серьезно? Я просто беспокоюсь о тебе. Не бойся рискнуть. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Бля... Ну ты вообще бессмертная. Я думал, она все-таки сочканет. А нет. О. Ага. Здравствуй, кальмар. Нет. Он, я думал, он меня напугает. Картина. Ага. Бля. Не, ну все же нормально, все. Никто не пострадал. Вроде воздуха нам хватило. Если совершишь ошибку, это конец. У нас всего один шанс. Больше не будем. Вызов. Я знаю, что делаю. Все хорошо. Все хорошо. Расслабься, видишь, я жива. No problem. No problem, да. Область поиска чиста, идет поиск. А, с той стороны, стой. Написано, самолет спасательный. Вылетел с американской базы. Да, тип его самолета, авиабаза США. Остров, путь на назначение неразборчиво. Летел на помощь кораблю. Но не долетел. Видимо, не долетел. О, кораллы. Пули. Подстрелили. Не понял. Ты его мог подстрелить. Найден секрет. Следы пуль? А поле застрявшего обшивки сбитого Б-29 самолет упал в океан. По всему фюзеляжу. Брэд обалдеет, когда это увидит. Вот это мы зацепили. А больше секретов нет, а? Вот еще что-то. Смотри, бомбодержатели переделали под шлюпки. Интересно. Все? Одной шлюпки не хватает. Кто-то уплыл. Посмотрим, что еще тут осталось. Ага. Видимо. Кто-то уплыл, да. И остался в живых. Может, это тот нигер, который был на лодке, сверху подъехал, чтобы найти тут свои вещи. Там что-нибудь такое, не? Дай вот это посмотрю. О боже! Сейчас будет скримота. По-любому. Да. Да? Не, нет. Он что-то держит. Фотку. Своей дочери. Или жены. Блин. Ну тут неразборчиво. Какая-то девушка, которая облокотилась на руку и... Вторая там какое-то лицо или кошка. Я не пойму. Ого. Какого черта тут случилось? Мне кажется, они знали, что им конец. Так. Слушай, тут еще что-то было. Было, по-моему, сверху. Да, вот здесь вот уже. А, ты слышал? Давай проверим. Палк. Пригодилось. А курс изменен, типа Джулия открыла дверь в кабину с помощью. Да, так бы она с другого прибора бы открыла. И чё, пистолет? Не напугали. Океан стал мокрее. Сосать. Не самый плохой исход. Вообще, нисколечки, это было ожидаемо, да. Пилот и второй пилот, наверное. В авиакатастрофе мне бы умереть не хотелось. Угу. Пистолет-то забери. Как, сука, назло на самом интересном месте.
зацепились тросом, вот поэтому... Надо отсюда выбираться, срочно! Нет. А, нет, он просто обвалился. Он просто обвалился, и опять какая-то... Блин, записка. Акула! Акула! Акула меня больше напугала. Здесь акула? Ну иди сюда! Темноперая серая акула. Мы ей не интересны. Поплыли. Ишь, какая интересная акула. А я думал, а акулы едят всех. Все, что движется. Все, кого видят. Это какая-то особенная акула. Она веган. Че? А чего у тебя изменилось? Во время погружения Алекс нервничал. А почему ты нервничаешь?